В зале собрались жены участников Великой Отечественной и военных, которые погибли при исполнении служебного долга в ходе чеченской кампании. Звание героев многим присвоено посмертно. Сегодня их именами называют улицы и скверы в городах и станицах Кубани. Женщины выступили с предложением установить там небольшие памятные мемориалы. В районе Восточно-Кругляковской улицы компактно сейчас обустраиваются улицы героев Трошева, Яцкова, Соробеева, Посадского. Хорошо бы было установить обелиск, потому что улицы называются там «Герой такой-то», а жители не знают «Герой» и что за этим стоит. Абсолютно правильная идея. Нам важно, чтобы она, правильно сказано еще раз, воплотила жизнь. Вот Краснодар пусть будет первым, может быть, городом в России, я уверен, где улица, если имени, начинается с обелиска, с постамента, с описанием вот на этом обелиске, что человек сделал, почему, описание его подвига. Почему он герой. Да, почему он герой. И вот тогда все равно это уже будет совсем другой подход. На встрече также обсудили проблемы, с которыми вдовам героев сложно справиться в одиночку. Для взаимной поддержки они объединились в общественную организацию. Своему заместителю Вениамин Кондратьев поручил оказывать ей всю необходимую помощь.